11 сентября 2024 год. То пусто, то густо, как из рога изобилия. Новости посыпались. Поводы для видеозаписи. То есть первым делом дебаты Камала Харрис и Трамп. Посмотрел сегодня в прямом эфире на английском. Никаких купюр не было, никаких там этих самых. Переживал я, что Трамп как участник ток-шоу, ведущий ток-шоу, переборет, задавит Камалу Харрис. Камалу Харрис. Ну, напрасно я боялся. Трамп показался просто старым пердуном, блин, никчемным. А Камала Харрис нормально и держала удар, и умела, когда нужно пошутить, когда нужно... В общем, все нормально. Я считаю, что... И не только я считаю, что сейчас результаты есть, там что 67, что ли, против 36 в пользу. Ну, в любом случае. Хорошо себя показала. Этот утырок Трамп. Ему дважды спрашивали. Вы хотите победы Украины? Он говорит, я хочу окончания войны. Для Америки, говорят, нужно, чтобы Украина победила. Для Америки нужно, говорит Трамп, чтобы война закончилась. Это в интересах Америки. Старый ты хрыч, блин. Ладно, хрен с тобой. То таки. Так. Второе. Говорят, прямо сегодня снимают ограничения по дальности атакамсов на 300-километровую дальность, если да. Из-за того, что баллистику поставил Иран этим самым рашистам. Баллистические ракеты свои, там эти 200 штук. Бедный мой Харьков. Ну, в общем-то, благодаря этому теперь... На Харьков, один раз Харьков нападение было из-за того, что разрешили по российской территории бить иностранными вооружениями. Сейчас, опять же, эти 120-километровые ракеты, которые дают баллистические, дает Иран. Тоже больше всего Харьков пострадает. В общем, Харьков вытягивает на себе, блин, нафиг, на своем железобетонном горбу. В общем, это хорошо. Если сегодня это будет, говорят, сегодня это уже там озвучат персональным каким-то нашим высшим руководству, а уже когда это применят, там посмотрим. Еще более замечательная какая-то, ну не новость даже, а разговоры уже идут об этом. И как же это? JASSM, да? Joint Air-to-Surface Standoff Missile нам собираются передавать. А это, ребята, уже от самолета запускается от 360 километров до 1000 дальность. Высокоточная, к радиус кругового отклонения 2,5 метра. То есть он на 1000 километров бьет и промахнуться может влево-вправо 500-килограммовой боеголовкой, 450 килограмм на 2 метра влево-вправо. Вы понимаете, да, что с такой массой боеголовки там, в общем-то, все равно, блин, промахнется. Это, если на вас падает, там, я не знаю, блок бетонный, тонна, блин, то тебе уже все равно, 1 сантиметр вправо или 1 сантиметр влево. Так, вот это третья хорошая новость. Говорят мне, руки у тебя дрожат, а еще что-то такое, голос у тебя дрожат. Ребята, во-первых, я, блин, я третий раз мобилизован в армии. Я воюю, я 14-й, 15-й воевал там. И стреляли, и попадали, и убивали, блин, там пацаны там, да. То есть... Просто и здесь я уже третий год воюю. Уже контужен этим кабом рядом со мной, Леха. Вы понимаете, что человек, который воюет там на протяжении 5 лет, просто уже не в состоянии, даже если со мной ничего бы не случалось, никаких там, я не знаю, контузий, да, то это все равно, боже. Так что все мои дрожащие руки, там какой-то нервный голос, блин, в общем, засуньте себе, блин, нафиг. Я посмотрел на вас после 7 лет войны, понятно? Что там после 5. Ладушки, что-то там еще было. Там что-то у меня так много всего было хорошего. Прям там 10 штук я насчитал. Не помню. А, вот Шойгу с этим самым повылезали. Спрашивают, это говорит предатель, хорошо русский язык. Я очень хорошо владею русским языком. Я смотрю, какие вы комментарии мне в Ютубе пишете, ребята. У меня просто кровь из глаз течет, понимаете. Это хуже контузии. Я не знаю, вас там выбирают, наверное, по какому-то критерию, блин, чтобы вы грамматики не знали, что такое грамматика, понимаете. Но это ужасно, это ужасно. Учите русский, я вас прошу, россияне. Хотя бы не травмируйте нашу психику украинцев, да. Да, русский язык. Конечно, русский язык. Лавров там говорит, мы беспокоимся за русскоязычных. Это не раньше надо было беспокоиться. До 13-го года, до 14-го русскоязычный, там половина Украины по-русски говорил. И сейчас, я не знаю. Их будет гораздо меньше нас, русскоязычных. Переходить будут на украинский, уж поверьте. Ну, в общем, что-то там много там всего было. Не буду я уже сейчас заострять. Значит, заканчиваем на этом. Там потом, что вспомню, еще одно видео запишу, ничего страшного. Все, все буду Украиной, не переймайтесь.